Итак, это «Чужой против хищников». Мы с вами продолжаем. Примерно с того же места. Как видите, мы с вами запалили как раз это чудо в перьях. То есть гибрид между хищником и чужим. Ну и, собственно говоря, я так понимаю, сейчас наша цель будет именно найти его. Я, честно говоря, не знаю, потому что реально не помню, что здесь происходило. Погнали, скажем. А, вот там на своем еще есть солдатики. Понятно, ладно, подожди. Движение, дистанция больше 25 метров. Так. А если я здесь встану? Или на такую дистанцию меня все-таки видят? Потому что тут по большому счету... А, второй идет. Это плохо. Спокойно. Ладно, это я успел сделать. Осталось двое. Ха. Ладно. Ну, то есть вот так вот, спокойно, по одному. Нормально. Их осталось всего двое. То есть теперь это... бдительности. Да, не снижаем бдительность. Вон там! Вон там! А, ты смотри-ка, у него еще вот и пулемет. Получай. Давай! Ладно. Это хорошо, что с пулеметом чувака просто так завалили. Давайте, прячемся. Этот продолжает на меня смотреть, да? Да на. Все нормально. Кстати, не очень много заряда потратили. Если что, сейчас подзарядимся где-нибудь. Ну-ка. Вот там что-то есть, это зарядка. Здесь. Здесь можно просто запрыгнуть. Нет, а трофей еще, но, видимо, нету. Это потом сделаем. Так, секунду. А, вход здесь. Так. Я когда за десантника играл, я думал, вот можно ли сюда попасть, сюда спрыгнуть. За десантника это сделать абсолютно точно нельзя. А вот за хищника, пожалуйста. Но здесь, в принципе, ничего нету, да? Да, просто камни, ничего особенного. Лечилка. Может быть, там наверху что-то есть. Сюда я не запрыгну. Ладно, пошли потихоньку. Я помню, здесь за десантника запись. Да, записка лежала. Но здесь сейчас ничего нету. Выключить генератор, питающий заграждение, чтобы получить доступ на крышу, понял. Это я не отключу. Так. А, я тебя вижу. Тихо, ну, там же было безумное. Да на! Мне нравится, как он наслаждается трофеем, это прикольно. Черт. Не ожидал я такого поворота. Промазал. Еще раз. Все хорошо. Да уж. Не весело. Я уверен, где-то рядом есть. Вот там лечилка имеется, да. Мне показалось ли, я что-то слышал? А вот там трофей наверху, смотри. И как мне туда попасть сейчас? Ну-ка. Нет, отсюда я не запрыгну. Отсюда откуда-то нужно будет прыгать. Что у нас тут? Вот лечилка. Так, подожди. Вот, отлично, можно отсюда. Давай. Шикарно. Жалко, с большого расстояния не показывается. Теперь сюда. Чё? Ладно, плевать. Вроде нажал, но не сработало. Я думаю, что здесь... Чего сейчас? Где-то еще один. Ну-ка. А так я не увижу нифига, да? А, вижу тебя. Угу. И там батареечка. В принципе. Да ладно. Ну ты живучий, зараза. А зря это сделал. Я не знал, что там второй есть. Жизнь. Быстрее. Чё, да хватит.
Черт побери. Это было больно. Он преломляет свет. Я могу вот так вот свалиться ему просто на голову? На, понял. Держи. Все отлично. Да, это было не очень, конечно, элегантно сделано, но самое главное, что справились. Давай заберем отсюда все. Мне кажется, или просто у меня чуть больше заряда стало в общей сложности? Заграждение на крыше обесточено. Ага, отлично. Я теперь могу туда попасть. Здесь... Нет, здесь ничего нету. Почему таким образом? А если заграждение обесточено, это значит, что... Кстати, кровь, да? То есть кто-то здесь уже был. Кто-то из молодых. Так вот, это значит, что сейчас попрут... ксеноморфы. Ну-ка. Подъемник включен. Ну, спасибо. Я надеюсь, что здесь мне ничего не нужно. Давай. Клянусь, нам сюда. Надо было спросить дорогу того десантника. Кто это? Отлично, умник. Ну и где же мы? Знаешь где? Черт знает где. И что нам делать? Я попытаюсь запустить подъемник, чтобы добраться до диспетчерской. Прикрой меня, я обойду защиту. Понял, подожди, а я могу туда кинуть мину? Она сама взбила! Сработало, нет? Нет. Ладно. Сейчас будем пытаться что-то другое сделать. Ну, то есть я могу сразу вынести вот того, в принципе. Не снижаем бдительности! Да, не снижайте, господи. Или хотя бы... Нет, не так. Зря. Ну-ка. Видишь, да? Тебе это поможет. До свидания. Живой еще. Ну, а теперь не живой. Да по большому счету один удар и все. Да на! Хорошо, отлично. Долго же с тобой пришлось помучиться. Ладно, давай подлечимся. Но трое, это не очень весело. Это раз, во-вторых, у нас очень мало оружия. Здесь что-нибудь есть? Нет, здесь нифига. Ладно, пошли вперед. Что там такое, новое задание? Да нет, проникнуть внутрь. Такое ощущение, может быть, я не знаю, трофей где-то был, я пропускаю, да? Да нет, вроде нет. Нам сюда. Матер, Форд, отлично. Спуститесь в лифте и проверьте периметр. Мне нужны отчеты. Мы не должны пускать внутрь гребаных ксеноморфов. И не пускайте. А, отлично. Ну-ка. Отряды Дельты и Эхо нашли улей. Хотят добраться до королевы. Я им не завидую. Мы должны были пойти туда и всыпать этой сумке под первое число. Они типа знали, что ты сюда принесли. Прекрати скулить. Все? Устроим первый. Это интересно. Это не в моих интересах им помогать. Энергии нету. Быстро только заруби его. Это не быстро. Хорошо. Собрались с вами. Неплохо. Отходим. Нормуль. Черт, зараза. Блокирует. Лечись. Отлично.
Почти добил. Сейчас на то туда же. Есть. Еще один. Вижу. Все. Ну и ладно. Ну ничего, человечки хорошо сражались. Смело. Посмотрим, что у нас здесь. Нет, здесь ни черта. Значит, в ту сторону. На самом деле, им бы турелька не помешала. Воу! Напугал меня, гад. Ха-ха. Забавно. Надо выбираться отсюда. Ладно, подожди. Мне нужно быстро вот на того прыгнуть. Их двое. Угу. Если я прыгну на одного, второй тоже согрется. Пускай так посражаются, да. Захват. Ладно, нормально. Что там происходит? Еще один, что ли, да? Да, еще один. Давай еще раз. Есть, хорошо. Не попал. Вот там наверху были. Ну-ка. Да нет, мертвы. Трофеи. Странно, да? Подзарядимся. Я надеюсь, что все. Мне просто, может быть, показалось. Может быть, это хвост его был, а мне показалось, что там кто-то дернулся. Наверное, так и есть. Там еще подзарядка, да? Ага, понятно. Ладно, просто уходим. Идем, машины. Один. Черт. Все хорошо. Хватать очень опасно, на самом деле. Войди в гнездо и узнай о судьбе, понятно? Глупые люди, они позволили ящерам создать гнездо и размножиться, уничтожить всех тварей до единого. Да не говори, реально глупые люди. Хилка. Здесь спуск вниз. А помните раньше? Королева ящеров мертва. Но охота еще не окончена. Авария в активной зоне реактора. А мертва точно? Да, похоже, да. Разрушение завода неизбежно. Начать эвакуацию. Здесь сигнал твоего брата воина сильнее. Должно быть, он в улье. А, ну-ну, я понял, о чем речь. Ха. Да на нафиг. Но он не может меня сквозь маску на самом деле атаковать. Ну, то есть нет, может. Я не прав, он может. Он может действительно плюнуть с небольшим количеством кислоты. Вот он. Но нет, из этого никто не родился. Валим. Выберись из здания, отправляйся за отродьем. Да, отродье они его называют, отродье. Ступай, честь требует. Метательный диск. 3, чтобы метнуть его, нажмите. Прежде чем вернуться к вам, диск ударит в точку, указанную лазером. Чтобы нанести больше урона, укажите лазер на несколько целей, пока диск находится в воздухе. Вот. Нужно этим учиться опять пользоваться, потому что я уже не помню. Понял. Ну-ка. 3. Таким образом, да? Неплохо. А энергию он не тратит. Да, энергию он не тратит. Ну-ка. Да я вижу, что там никого, ну так просто. Да, нормально. Ладно, пошли. Трофей. Сейчас главное... Блин, как я спрыгнул-то? Сейчас главное ничего не пропустить, на самом деле. Это энергия, это неинтересно, это нам не нужно. Лифты. Знакомое опять место, точно. Помните, сюда как раз рекрут приехал? Как бы идем по его стопам, да. Там никого, да?
А вот они справа-слева сидели. Вот тут вот, нет? Ну, вроде нет никого. Окей. Ладно, договорились. Здесь ни черта. Я понимаю, что вниз. А, понятно. Воу. Здание рушится. На пути у тебя огонь, я понял. Не заходи в туннель, пока пламя полностью не погасит. Может быть, тебе придется подождать. Просто идеальное оружие. Я помню, в 90-х был такой тупенький фильм, типа «Ангел смерти», «Темный ангел», что-то типа того, там такой мужик был, здоровый белобрысый актер. Он всегда играл роли второго плана, и он там стрелял, типа, лазерными дисками, говорил: «Я пришел с миром». Вот, и убивался. Я не помню, почему это, но, то есть, он это делал. Слушай, нужно найти, пересмотреть. Я помню, что фильм довольно-таки простенький, тупенький. Там этаки, может быть, немножечко киберпанк, там типа будущее, затопленный город, относительное будущее. Может быть, предположим, так, 2050 год, да? Ну, образно говоря. Вот. Фильм, говорю, тупенький, чисто вот проспростенький боевик, но из детства как бы оно все, как знаете, трава зеленее, и солнце светил ярче. Зараза, не попадая, давай! Во-во-во-во-во, лапа минус, все хорошо. Убиваем. Это вообще промазал. Ну ладно, поразвлекались и будет. То есть это на самом деле лучший способ научиться этой штукой пользоваться. Это именно с ними посражаться. А так нам с вами здесь нужно просто-напросто разбить трубы. Если не ошибаюсь, где-то здесь что ли, нет? Да, хилку возьмем, полный медкомплект. Подожди. А где трубы-то? Вот там. Не заходи в туннель, пока полностью не погаснет пламя. Может быть, придется подождать. Ну это понятно. И это мы сделаем. Вот, зато немножко потренировались. И вспоминал, былые времена, классные фильмы. Ну, как классно, они сейчас, наверное, просто ужасно будут смотреться. И такие детские были впечатления, то, что фильм хороший. Но он был необычный, понимаете, тогда только-только появились эти CD-диски, то есть это было классно. Все равно у многих были кассеты. CD-диск с музыкой, какая редкость была. Что режущий еще, ну, в смысле... На болванке еще мало кто резал. Все это было довольно-таки дорого. Потом уже на самом деле все это стало... Тихо. Все это стало обыденностью. Пошел задница, урод. Шел вон тоже. Отлично. Где я? Здесь можно потушить? Нет, нельзя. Нормально. Идем сюда. Выбраться. Сделали. Ну ладно, это было легко довольно-таки. Погнали дальше, правда? А уже 82% развития сюжет, прикольно. То есть мы подбираемся к финалу потихонечку, еще, наверное, миссии 2. Ты отмечен печатью благословения. Ты ступаешь по священным залам охотиться на ящеров, наших вещих врагов. Ты взираешь на давно забытое обиталище предков. Быть может, это один из миров, где когда-то охотились наши прародители. Здесь каждый камень скрывает в себе тайны прошлого. Прародители охотников покоятся где-то здесь. Чувствую это. Присутствие людей осквернило эту священную землю. Ты должен найти путь к храму и положить конец вторжению. Кстати, прикольно, что у них такой лаконичный язык. Очень легко общаться и передавать большую информацию. Ну ладно, так-то у меня, в принципе, все в порядке. Вот там только хилка лежит. Что-то заберем. Че? Секунду, это не тот момент, когда они там уже с Вейландом посражались? Возможно. Ну понятно, ладно, я сейчас здесь не прыгну. Давай туда. Ну что ты не прыгаешь, давай. И теперь вот сюда. Подожди, друг, подожди. Музыка такая, конечно, да? Но это просто музыка, ничего особенного. Снизу ничего нету, хотя вот туда есть возможность прыгнуть. По-любому где-то что-то есть. Очень мало собрал, на самом деле, трофеев. Где-то что-то запрятано. Зараза, а. Любители спрятать все, распихать. Кстати. Что это? Так все-таки за тебя это можно активировать. Окей, и что дальше? В общем, что-то я активировал, что непонятно.
А там ничего такого не было? Что-то было. И здесь. Это, наверное, нужно все активировать. Да, видите? Давай. То есть чужой хищник. Окей. Вижу. А, лицехват. А я-то думал, что будет третьим. Ну, понятно. Как отсюда выбраться? Ладно. Значит, это уже неспроста было. Там наверху что-то есть, интересно? Да, видите, там еще наверху. Но, возможно, мы сейчас через зал пройдем и попадем туда как-то. Сложно сказать. Причем они там выстрелили. Лиса, то есть это Вейланд Ютани, блин. Блин, народ, вы че, вы что тут забыли? Хорошо. Спокойно. Маленькая зараза, растопчи его. Да на! Раньше нужно было это сделать. Это просто статуя. Фига ты живучий. Просто безумно крепкий, да? Тихо, тихо, тихо. Все отлично. Пошли сюда. Ну вот, таким образом с ними легче всего сражаться. В его недрах скрыты великие сокровища. Найдем маску прародителя. Ну давай. Что мы делаем? Мы запрыгиваем с точки на точку и продвигаемся наверх, я понял. Блин. Мы активировали. Оу. Все, вот теперь я понял. Я понял, как это работает. Давай по-быстрому. Еще быстрее. Так, это устойчивая фигня, да? Хорошо. Просто символ. Здесь сейчас ничего нету. То есть вниз нам идти смысла нету, нам сюда. Маску. То есть так просто, что ли? Красавчик, блин. Маска шикарная прям. Ого. Фига себе. Добыть древнюю маску прародителя. Это первая победа над ящерами, одержанная многие столетия назад. Она заключена. Понятно. Эта маска позволит тебе видеть ящеров, таящихся в темноте. Это настоящее сокровище. В легенде говорится о неком хранилище потерянных знаний. Микрокомпьютер, найди его. Хорошо. Прикольно. Да ладно, что, они раньше не могли справиться, что ли? Если первый битый. Ну или у них тоже были проблемы с этими ящерами. Скучал у меня. Немедленно уходи, отыщи микрокомпьютер. Да я как бы смотрю на действо. Ты чё? Исторический момент, черт побери, чувак. Ладно, все хорошо, можно идти. Так. Но на самом деле за рекрутом мы находили даже саму могилу. Да, может быть, что-то еще интересное. Трофей. Сколько у нас? 16.45. Очень мало, да, понятно. То есть возвращаемся. Нет, здесь заперто, подожди. Здесь проход. У маски есть несколько режимов обзора, они помогут тебе выследить врагов. О май гад, вот это круто. Угу, необычный. Я просто не знаю, куда идти, сюда, наверное, туда же, куда они пошли. Держи. Собака, я понял. Нет. Сильно есть, хватай. Красавец. Как мне нравится, когда он ему врезает этот, не знаю, вторую пасть.
Очень прикольно. А, мы сейчас сердцебиение слышим. И таким образом мы будем видеть не только, как бы сказать, их, но еще и лицехватов хорошо видеть будем. Я сейчас, подожди, я с тобой займусь. Еще один рядом. Да давай, быстрее. Надеюсь, что все. Отлично. Фуф, это не нужно было, я случайно. Ладно, плевать. Нету здесь ничего. Надеюсь, что нет. Красиво тут. Вообще-то. Вообще-то красиво. Это что такое? Это просто грибы какие-то. И что дальше? Ага. Ну да. Появился новый вид ящеров. Они умеют плеваться в противника кислотой. Ну, это понятно, да. Они, кстати, раньше умели. Но просто здесь это было... А, в принципе, это было показано. Тихо-тихо, вот так. Неплохо. Прям конечность видно отрубленная. Класс. Вон они. Все, нет. Видишь, его собственная кислота просто разъела. Шикарно. Блин, вот такой вот геймплей, это, я не знаю, вроде он такой размеренный, неспешный, но все равно довольно-таки жесткий. Это как-то очень хорошо сделано, это действительно интересно. То, что сейчас сделают, беготня, какой-то фарм, ну я не знаю. Внимание, это запись. Все сотрудники Вейланд Ютани должны немедленно обратиться в лабораторию за дальнейшими указаниями. Скорее всего, микрокомпьютером завладели люди. Сигнал исходит из большого человеческого строения неподалеку. Сообщаю эти координаты. Я понял. То, что сейчас делают, вот прям, я не знаю, скучно как. Очень многие из игр очень скучные, я сейчас разобьюсь, я случайно. Собака. Ну, пошли. Где ты там сказал? А, я вот здесь вот могу пройти, да? Прикольно. Большого человеческого строения. Оно меня отсканировало и открыло, представляешь? Класс. А-а-а. Ты смотри-ка, знакомые все места. Ну ладно. Я видел его. Черт. Ну иди сюда. Да на, держись, сволочь. Хорошо. Не попал. Сильным ударом давай. Все, отлично. Всех забили. Чё? Живой, что ли? А, раненый. Понятно. Неплохо. Зараза. Иди сюда. Добьем? Есть. На самом деле не очень приятно смотреть через эту маску. Все остальное размывается. Где они? То есть, может, добрались сейчас сюда, понятно. Здорово. Я понимаю, каково было Кастеру. Да, только у тебя, в отличие от него, есть пушка. Да уж, у него есть... Твою-то мать, вот. А, ты... Синоморф увидела, понятно. Еще, да? То есть, с какой-то стороны они сейчас мне помогают даже. Ступаю в бой! Нормально. А че я в тебя-то не попал никак? Ей-то вообще должно быть от этого. Ну, то есть, раз и все, и нам пополам. Ну, типа того. Вот он, фишка человеческого тела. Оно супер мягкое. Я почти труп. Давай подлечимся. Чтобы пробить тело ксеноморфа, все-таки нужны хорошие мощные заряды. А вот ему я могу просто ногу отпилить этим как раз диском. Там нету такой серьезной брони у них, у штурмовиков. Ну,
морпехов. Десанта. Десанта этого. Ну-ка, что за история? А, мы, наверное, вот так вот можем открыть, да? Надеюсь, что да. Нифига. Фига себе. А! Почему меня-то внутрь не пускают? Я же, типа, этот самый. Я же хищник, она должна меня распознавать. Ну ладно, не проблема. А, вот для нас проход. Ладно, договорились. У меня такое ощущение, что на самом деле это финалочка. Не попал. Ладно, справимся. Вау. Спокойно. Есть, хорошо. Вот-вот, правильно. Та же самая история. Я их не вижу, честно говоря, где они. На самом деле пушки можно использовать и для себя, так скажем. Черт, для защиты себя от ксеноморфов. Ты их видишь, нет? Так, постой, постой, постой. Здесь что-то есть, раз. Человек? Ну же. Есть, хорошо. Надо было скрыться, конечно, изначально. Это что такое сейчас? Это смешно. Блин, как классно ты это сделали, то, что она даже такая вот, типа, вставая, продолжает стрелять. Прям шикарно. Ну-ка, если вот туда. Не попал. Это цепануло его, нет? А, понял тебя. Блин. Сейчас пуля кончится. Все, ладно. Подожди. Вон. Компьютер, это турель, пускай. Да не, давай вырубим, чертовой мазер, мне не нужна. Я и так справлюсь. Энергия тоже не нужна. Куда нам нужно было? Туда идти, да? Но здесь могут быть... Нет, нету здесь трофеев. А я думал, что будут. Давай. Окей. А, нет, вон трофейчик есть один. Сейчас заберемся. Они на очень маленьком расстоянии светятся все-таки. А, нет, он наверху. Где-то вот тут вот. Отлично. Ладно, хоть что-то собрали, да слава богу. Нам туда. Еще люди, нет? Но вы место узнаете, естественно, да? Здесь как раз вон корабль упавший, все дела. Давай сильно. Отлично. Я думаю, что они здесь тоже, ну, как бы бесконечные, так скажем. Воу. Хорошо выбрался. Да чё. Давай. Я между ног. Нет, 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 нет. Хорошо. Shift. В смысле, shift, лечимся. Я не думаю, что здесь нужно с кем-то сражаться. Ладно, хорошо. А разве посох это не дадут здесь? Может, не дадут, сложно сказать. Ладно, отдыхай. Нам туда куда-то. Может так? Окей, договорились. Давай, поворачиваем. Я помню, может быть... Остальные уже ищут капрала. Надо прочесать тут все. Может, удастся обнаружить ее сигнал. Подожди. Осторожно. Это идеальное место для улья ксеноморфа. Такое ощущение, что это мы идем за этого самого кадета, да? Ладно. Это прикольно. Да еще не чертовы стены. Может быть, она уже...
Нет, она жива. Делай свое дело. Смешно. Действительно, такое ощущение, что это Рекон. Ну ладно, плевать. Нет, это бойцы, естественно, которые шли до Рекрута. Золото Килу. Мы ее точно не вызывали. Так, что там нужно было сделать? Три нажимные плиты, если не ошибаюсь, да? Черт. Ну что ж, на самом деле я предлагаю тогда эту уже часть проходить в следующем выпуске. Потому что, да, по-любому это уже будет финалочка. То есть отсюда и дальше это финал. На этом пока что все, естественно, продолжим в следующем выпуске. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.